Всем привет! В этом выпуске я сделал реконструкцию аварии Вадима Поплавского из юмористического сериала «Маски-шоу». Вадим неразрывно связан с классическими масками первой половины 90-х. Уморительно изображал женщин и геев. В сентябре 1993 года он погиб в дорожной аварии в возрасте 34 лет. К сожалению, подробностей ДТП в интернете слишком мало, и полазив по форумам, я собрал по крупицам, как это произошло. В этот день проходил автопробег Рига-Одесса. Обычное рядовое мероприятие. На каком автомобиле ехал актер, я так и не понял. В разных источниках информация разная. Где-то пишут, что это был автомобиль BMW, а где-то Volvo. За рулем автомобиля, в котором ехал Поплавский, был 18-летний автогонщик из Москвы Вадик Иванов. Во главе колонны шла гаишная машина с мигалками. Дорога в том месте была тогда узкая, в один ряд. Шедшие навстречу авто терялись от вида колонны и били по тормозам. Грузовик также стал резко тормозить, его стало ставить боком, и он задней частью кузова снес левую сторону встречной легковушки. Погибли все, кто сидел с левой стороны. Поплавский в момент катастрофы дремал на заднем сидении за водителем. Если бы не было гаишной машины, с мигалкой и сиренами, то, возможно, автокатастрофа не случилась.